Расскажите, как наводите порядок в Ленинском районе? Вообще, в Ленинском районе начали организацию субботников уже с 1 апреля. То есть, как только погода стала позволять, стали организовывать субботники силами общественных организаций, предприятий, района, малый и средний бизнес. Все приняли активное участие в субботниках. С 1 апреля уже провели 650 субботников. Было собрано порядка 3500 кубов мусора. Многие предприятия уже участвовали по 2-3 раза в субботниках. Очень активно в этом году, как и в прошлом, приняли участие в ГОК, НТИМ, общественные организации. Ну вот, например, парк Горького, где мы сейчас находимся, тут принимали активное участие ветераны Ленинского района, ветераны ВГОКа, собрали 100 мешков с мусором. Другие знаковые объекты Ленинского района кто убирал? Ну, например, вот сквер Ленина 46 убирали общественная организация «Дети войны». Там убрали, собрали 70 мешков с мусором. Красная площадь, Выиская 70, возле памятника героям, погибшим на войне. Там убирали тоже ветераны общественное движение. Очень активно помогали МУП «Тагилдорстрой». Провели кронирование спил переросших деревьев. Собрали очень много мешков с мусором, вывезли. Прибрали зеленую зону. Сквер на набережной Выискова пруда, там, где вот мы сейчас проезжали, посмотрели, тоже убирали и общественные организации, и силами специалистов «Тагилдорстроя». А кто наводит порядок в частном секторе? В частном секторе у нас наводят порядок силы специалистов ТОСов. Это территориальные общественные организации. Есть старшие по улицам, уличные комитеты. Вот в этом году активно приняли участие старшие по улицам Лисогорская, Вересково, Коммунные. До Дня Победы мы там собрали и вывезли порядка 120 мешков с мусором. Но вот все эти субботники, это же ведь не разовая акция, то есть не так, что вышли, убрали и все, и забыли. Нет, это постоянная планомерная работа. Мы с 1 апреля начали проводить дни чистоты, то есть организации принимают все участие. Мы, администрация Ленинского района, тоже проводим свои субботники, убираем запущенные территории и общественно значимые. Так вот, 2 недели назад, в субботу, мы убирали парк Народный, убрали склон. Там было собрано порядка 200 мешков с мусором. Субботник проводился с участием главы города Нижний Тагил и районных администраций. Подводя итоги нашей сегодняшней встречи, хочется отметить, что на сегодня уже приняли участие в субботниках 570 предприятий Ленинского района. И хочется пригласить всех жителей района продолжать активно участвовать в проведении субботников, приходить, принимать участие. Ведь чисто там, где не мусорят –